Всем привет! С вами на связи ваш друг Андрей Шаура. Прямой репортаж у нас идет с Байкала. Сегодня мы рады всех вас видеть. Если меня слышно и видно, напишите, кто с какой стороны, кто с какого региона. Отлично. Вижу, есть у нас партнеры и гости с России в большом количестве. Также мы видим с вами Англия, Израиль, Монголия, Германия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Молдова, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Украина, Беларусь, Турция, Кыргызстан и другие страны мира. Греция. Кто вовремя пришел, мы для вас начинаем нашу встречу. Речь сегодня пойдет о бизнес-возможности B-Epic. Бизнес-возможность B-Epic была основана для Англии и Америки и официально запущена 15 января 2017 года. Сейчас ровно год, как интернет-возможность B-Epic существует в мире для Англии и Америки. И идет подготовка запуска для России и для СНГ. Хорошая новость, что в ближайшее время будет открыт в 2018 году склад в Европе. И люди, которые понимают меня, то есть понимают язык, именно на котором я выступаю, для нас сейчас идет подготовка запуска во всех странах мира. То есть мы попадаем в 1% тех людей, кто будет создавать здесь историю. Потом придет 9%, потом придет 90%. Сегодня команда «Успех вместе» выбрала направление B-Epic, потому что здесь есть президент, у которого большой опыт в сфере успеха, в сфере здоровья, в сфере красоты. Эрик Капрарос 14 лет продавал пончики. Сегодня он заработал не 1 миллион долларов. Также он создал благотворительный фонд «Помощь нуждающимся и голодным». И он является директором фабрики «Генеральным 5 звезд», где разрабатываются разные продукты красоты, здоровья, которые актуальны именно на сегодняшний день. Более 1000 разных формул для разных магазинов здесь, именно на этой фабрике, было выпущено под разными торговыми марками. Сегодня Эрик Капрарос для интернет-проекта B-Epic выбрал лучшие продукты, которые актуальны на данный момент. И это продукты правильного питания. Если мы с вами посмотрим на ситуацию в мире, то в мире более 7 миллиардов людей на планете, которые каждый день кушают. И у нас есть три вида питания на сегодняшний день. Это зеленое питание EveryWeight, это завтрак из овощей, фруктов и грибов, который заменяет более 500 разных продуктов питания. Этот завтрак натуральный, это смесь суперадаптогенов, смесь натуральных энергетиков, смесь цельнопищевых нутриентов. Это более 20 лучших ингредиентов и витаминов. Грибчага, гриб кордицепс, ганодерма, радиола, бакома маньери, апельсины, помидоры, свекла, черника, клубника, витамины и многое другое. Заменяет более 20 баночек БАДов, витамин, мелких лекарств, основанных на травах, разных диет, таблеток бросить пить, курить. И вот этот продукт Elevate, он нормализует вашу жизнь. В течение 6-12 месяцев у вас стабилизируется вес, продлевается жизнь в будущем на 15-30 лет, происходит процесс омолаживания, укрепляется иммунная система, вы не болеете тогда, когда болеют другие, и этот продукт также нормализует работу сердца, давление приходит в норму. Это очень круто. Это завтрак, который мы потребляем с утра. А также у нас есть Acelir, это такой легкий ужин перед сном. То есть если Elevate зеленый, запишите, мы потребляем с утра
запивая стаканом воды, здоровому человеку одна капсула в сутки. Если есть какие-то, значит, у человека обострения, то пол капсулы человек потребляет, пока иммунитет полностью не подымется. Дальше, о цели. Это ночное питание за 30 минут перед сном. О цели белый слит и фиолетовый детокс. Этих два питания подготавливают ко сну, омолаживают, профилактика более 700 заболеваний. И состав уже другой. Там уже не фрукты, овощи и грибы. Там уже определенные компоненты, которые нужны именно на ночь. Наши ученые впервые в мире создали препараты на основе растительных пептидов и живых бактерий. Например, детокс – это очистка организма от вредных компонентов, это профилактика и поднятие иммунитета против рака, то есть против разных заболеваний, это нормализация веса. И состав уже, конечно, другой. Гуминовая кислота, клюква, активированный уголь, корень одуванчика, корень имбиря, корень алтея, экстракт сены, кора ржавого вяза, расторопша, алоэ вера, пробиотики, пребиотики, живые организмы, энзимы, топинамбур, порошок шелухи подорожника, стенная палочка. Белая капсула – это слип. Она подготавливает ко сну, помогает проснуться в бодром состоянии, наполняет клеточку кислородом, продлевает жизнь, и вот этот продукт, то есть он выводит клетки из стрессового состояния. Состав цитрат магния, экстракт корня валерьяны, хмель, ионизированный кальций, ниацинамид, мелатонин, который вырабатывается только ночью, а вы здесь его получаете в клетку практически 100%. Ашваганда, элтеанин, экстракт лимона, экстракт пассифола, экстракт черного перца, экстракт кальция. Итак, у нас есть с вами сегодня три продукта правильного питания. Эти продукты что дают нам? Напишите результаты в чат по продукту и по доходу. То есть эти продукты нам дают молодость, красоту. То есть эти продукты нам дают здоровье, и эти продукты нам дают деньги. В виде экономии мы с вами не ходим, получается, в аптеке, мы с вами не болеем, мы не тратим деньги на лекарства. То есть эти продукты экономят нам множество денег, плюс поддерживают наше состояние. Что происходит с людьми, которые эти продукты потребляют в течение нескольких месяцев? Потреблять желательно 6-12 месяцев для оптимального результата. И мы видим, что структура волос улучшается, кожи, подтяжка, то есть ботокс, пропадают прыщики. Была 165 кг, стала 95 кг, то есть похудела на 68 кг за год. То есть мы видим, что люди улучшают свою жизнь, бросают пить, бросают курить, нормализуется давление, витилиго в течение 6 месяцев до 80% ушло, то есть подтягивается лицо, прошла изжога, исчез эндометрит, ушел остеохондроз, то есть происходит поднятие иммунитета, нормализация жизни. И мы заметили, что люди, которые потребляют этот продукт, более длительное время, их результаты, конечно, более крутые, чем у человека, который потребляет 3 месяца. Посмотрите на экран, что происходит с человеком. То есть просто невероятное изменение за 10 месяцев у тех людей, кто потребляет этот продукт более длительное время. И вы видите, мама двоих детей, целлюлит в течение 6 месяцев, видите, куда-то исчез. Есть и постарше люди, 64 года, пенсионер. Выглядела она, вот вы видите, вот была такая более пухшая, более такая крупная. Стала потреблять продукт, и вы видите, она стала такая грациозная, да, такая
стройная, похудела на 9 килограмм, стала больше энергии, ушли боли в суставах, улучшилось зрение, сон, кожа, волосы и так далее. Итак, продукт правильного питания нормализует нам вес, продлевает нашу жизнь. И вот у меня лично произошла подтяжка. И вот видите, то есть если вот посмотреть, никакого жира вот нет. То есть что происходит? Я не хожу в спортзал, но продукт он бицуху даже, видите, дает. Ну, естественно, если ты ходишь в спортзал, бицуха больше, но сам факт, что не ходя в спортзал целый год, состояние организма становится лучше. То есть вот это мне нравится. Потому что многие люди ходят в спортзал, качаются, там много еды едят. Меня устраивает мое состояние. То есть, тьфу-тьфу-тьфу, я обратил внимание, что люди в нашем окружении, кто не потребляет это питание, за год они 4-5 раз ходят в аптеку. Почему? А вот грипп, а вирус, они покупают там какие-то таблетки, какие-то антибиотики, чихают, сидят дома, чувствуют себя плохо. Я заметил, кто потребляет этот продукт, у них этих проблем что? Нет. Теперь я попрошу сюда выйти на сцену. Вот достаточно 3 человека, больше не надо, а то будете долго рассказывать свои результаты. И вот как раз разного возраста, чтобы люди поняли, что это и молодым подходит, и подходит средним, и подходит еще кому? Более взрослым. Ну, иногда спрашивают, а надо ли молодым? Надо. А надо ли средним? Надо. А надо ли повстарше? Надо. То есть жить же всегда охота. И вот люди сейчас расскажут свои ощущения по этому продукту, и каждый из вас потребляет разное время. То есть у вас как раз получается, кто-то потребляет несколько месяцев, кто-то почти год, кто-то полгода. Это очень интересно послушать людей, которые потребляют этот продукт в течение разного времени. Пожалуйста, выходите, делитесь своими результатами. Здравствуйте, меня зовут Александр. Продукт я пью в течение, ну, около 11 месяцев, конечно, были перерывы. Что я заметил, это работоспособность увеличивается прямо с первой капсулы. Кожа у меня стала, у меня проблемная кожа довольно-таки всегда была. И сейчас у меня прыщей больше нет. И летом я заметил, что кожа как бы защищена от ожогов, от солнечных лучей. Ну, позитивнее как-то на жизнь стал смотреть, пить почти бросил, потому что у меня с алкоголем тоже были некоторые проблемы. Сейчас как бы, ну, раз в месяц, может быть, пью, и то на праздники. Ну, то есть, получается, бросил? Ну, получается, ты же просто пьешь немного алкоголя на праздники, чисто, это же не несколько бутылок. Ну, да, можно так сказать. Так, что еще могу сказать? А, головные боли у меня пошли, вот, у меня метеочувствительность, то есть, там, жара, голова болит, там, то есть, заморозки тоже голова начинала болеть, сейчас нормально. И еще у меня прошла гайморит, вот, гайморит у меня прошел, то есть, спустя несколько месяцев, то есть, начал какой-то, какая-то слизь прям из носа, такая, цвет такой, светло-коричневый, что ли, прям, это из носа вылетало. Вот сейчас нормально дышу ночью, потому что ночью постоянно заложен нос, был, ртом приходилось дышать, сейчас все нормально. Ну, в общем, всем рекомендую, супер продукт, спасибо. Супер, пожалуйста, вот сейчас постарше, потом помладше. Вот сюда поближе и погромче. Ну, мне уже 70 лет, пью я ЛФ-8 6 месяцев. Результаты такие. Во-первых, давление нормализовалось, головные боли прошли, варикоз был, теперь у меня ноги меньше болят. И самое главное, у меня проблемы со слухом.
Но сейчас я уже замечаю, что левое ухо, мне сказали, надо на оба уха аппараты, а мне отказали уже, сказали, начали ухо слышать. Это очень большой результат, очень хорошо, и я буду продолжать пить. 6 месяцев я пью. То есть вы с аппаратом раньше ходили? Да. Слуховым? Да. То есть вы ходили раньше с слуховым аппаратом? Я ходила с аппаратом, потом мне аппарат не стал помогать. Я к сурдологу в областную больницу ходила, мне говорят, надо 2 аппарата уже на оба уха. А сейчас мне сказали, не надо второй. Ухо начало слышать. Ух ты, круто. Да. Это вот за 6 месяцев, да, у вас? Ну, это уже очень хорошо. И все говорят, что слух восстанавливается, это здорово. Это вообще надо всем пить. И энергия появилась больше. Самое интересное еще, что с возрастом у нас же у всех, в общем-то, уже бывает там плохая память или что. А я прямо почувствовала, вы знаете, что у меня память улучшилась тоже. Вот прямо это вот прямо сильно явно я почувствовала. Так что надо всем пить. Не зря говорят, что ЛФ это... То есть похудели, да? Да. Нормализовалось давление, энергии больше стало, память улучшилась. То есть слух улучшился, даже стали без аппарата. Да. И вот чудо-таблетка называется. Ну не таблетка, точно, а продукт правильного питания. Продукт правильного питания надо всем потреблять. Ага, благодарим вас. Вот сейчас помладше. То есть у нас, видите, как разные люди разного возраста, разного пола. Всем привет. Меня зовут Марина. Мне 50 лет. ЛФ-8 я принимаю с 19 октября. Получила шикарные результаты. Это первое, то, что у меня улучшилось зрение. У меня было зрение +2.5. Сейчас стало +1.75. Без очков я вообще не могла читать. Сейчас спокойно читаю, за компьютером сижу. Естественно, сейчас многие говорят, что я очень хорошо выгляжу, что у меня как бы и подтяжка, волосы здоровые стали, ногти хорошие, 4 килограмма веса сбросила я. Ну и еще самое больное, конечно, у меня было, я 25 лет курила. Я бросила курить. Поздравляю вас. Самый замечательный, для меня это, конечно, это здорово. И всем рекомендую этот продукт. ЛФ-8 это шикарный продукт. Это всем нам надо. Это здоровое питание. У меня пользуется вся моя семья. Все мои родственники пользуются. И еще я зарабатываю уже денежку. Ну это круто, молодцы. Поздравляю. Спасибо. Искренне рад за вас. За всех, кто сейчас выступал. Потому что один бросил пить, другая бросила курить. У другой нормализовалось давление. Также слух, то есть аппарат у нее был, то есть сейчас она аппаратом не пользуется. И вот почему именно я, как личность, как человек, занимаюсь этим направлением. Почему я не занимаюсь, например, вот как многие люди сейчас актуально занимаются там инвестициями? Потому что в этом нет пользы. Здесь мое сердце, оно живет. Мой разум процветает, у меня в глазах блеск. Я смотрю, как меняются жизни людей. И у меня бабушка 85 лет на лыжах ездит благодаря этому продукту. То есть в неделю 2-5 километров она ездит 4 раза в день, в неделю примерно. Вот 2-5 километров. То есть у мамы подтяжка произошла. Собака, кошка у меня потребляет этот продукт. Брат, отчим, теща, ребенок, жена. И у всех результаты какие? Отличные. У меня вообще супер результаты. То есть у меня была аллергия с астмой. Я раньше, то есть сейчас на учете состою, это инвалидность пожизненная. То есть мне врач сказал, что это всю жизнь. Раньше потреблял ингаляторы в нос, в рот, жидкий кларитин, уфилин, димедрол. Мама со мной мучилась, потому что это страшное дело. Не мог держать собак, кошек,
цветы нельзя было, чтобы стояли дома. Нельзя было спать на подушках, потому что там перья. Вот. И каждый день дома нужно было делать 2-3 раза уборку влажную, потому что пыль. Тополя, ты синей, ну, вот все, дышать яблоки не мог кушать, фрукты. То есть аллергия была на все. Сейчас я никакими лекарствами не пользуюсь, хотя раньше это стоило 3000 в месяц. То есть эти деньги остаются в семье. Но для меня не деньги важны, а мое состояние. То есть как я себя чувствую. А чувствую я себя великолепно благодаря этому продукту. Трудоспособность увеличилась, энергия лучше, выносливость, настроение. Не тянет к алкоголю, когда вот стресс у людей, их тянет к алкоголю, к сигаретам. Здесь тебя не тянет, и я вот замечаю, что я вот иногда прихожу куда-нибудь, просто вот для вкуса берешь рыбу, и, например, пиво вот берешь, я замечаю, что вот я бутылку не допиваю и вот выливаю. То есть, ну, нет смысла ее полностью выпивать. Вот чисто для вкуса, вот знаете, как с рыбой. Меня это, конечно, впечатляет. Ну, вот так. А другие, как они, то есть они вот этого не могут себе позволить. У них привязка к алкоголю, к сигаретам. В общем, продукт, конечно, невероятный. И вот здесь люди рассказали интересные вещи. Зрение улучшилось. Я объясню, как работает продукт. Это продукт правильного питания. Elevate с утра. Целая капсула в сутки потребляется здоровым человеком. Если у человека есть какие-то отклонения, имеется в виду, что аллергия, давление, то ему нужно сначала пройти процесс обострения. То есть, так как это продукты натурального питания, они поднимают иммунитет, и у человека начинается что? Обострение. Если идет обострение, нужно радоваться. И желательно по 1/3 капсулы потреблять 3 дня первых, зеленую, 4-5 день по половинке и уже 6 день по целой. Но если вдруг целое пока много, то по половинке потребляйте и терпите обострение. То есть лучше терпеть обострение, потому что у вас процесс оздоровления будет гораздо быстрее, чем не терпеть. Также нужно 8 стаканов воды в сутки. И еще важный момент. Если уж не терпите, но сделайте перерыв в день. Потом опять. А вот этот продукт, Acelar Sleep и Acelar Detox, вообще делить нет смысла. Вот этот продукт потребляете по целой капсуле, запивая стаканом воды перед сном. Но обострение тоже от них будет. То есть, а детям тоже не надо делить? Я сейчас объясню. То есть вот от этого продукта тоже будет обострение. Какое? Ну, во-первых, это же скульптор тела. То есть он начнет нормализовывать вас вес, ваш вес. Плюс чистка из организма, он начнет выходить все вот это вот Г, которое накопилось за года. Выходить будет через стул, да? Через мочу, через поры. Может быть головокружение, вялость вот такая. В сон может тянуть, а кого-то наоборот в сон тянуть не будет. То есть это пошел процесс обострения, это нормально. Если опять же нетерпимо, то вот вы начали пить и чувствуете пока как бы не очень себя, то сделайте перерыв в день. Чуть-чуть полегче стало, потом опять что? И вы вот так вот пройдете вот это обострение, а потом будете пить на постоянной основе. Я этот продукт первый день пил, у меня такое состояние было... Вялость такая, вот именно от цели. То есть такой, знаете, как, ну, как медведь такой, с берлоги, как будто проснулся еще, вот спал полгода. Ну, такое вот не совсем прям идеальное состояние. А на второй день уже, вот, ну, второй день, сутки прошли, стал сейчас себя чувствовать вообще оптимально. Я почувствовал, что как будто кто-то делает массаж, и у меня, вот видите, вот как получается, я вот беру талия. То есть интересно. То есть все вот так утягивается. Вот это, конечно, очень круто. То есть когда вот эта подтяжка происходит. Продукт классный. Но помимо продукта здесь есть еще возможность зарабатывать. Заработок у нас идет за счет чего? За счет того, что мы людей поднимаем с колен. То есть
не лечим, у нас же продукты не являются лекарством, а мы людей направляем, они начинают правильно кушать, их меняется жизнь. И за счет этого мы рассказываем людям, люди делают покупки, мы начинаем зарабатывать. По деньгам. Напишите, друзья, в чат результаты по доходу, и я вам объясню здесь, сколько денег можно заработать. Но могу так сказать, что сейчас это направление мега актуально. Этот продукт подходит всем людям, и мы собираем полные залы в разных городах. Свободных мест нет. Люди стоят стоя. Также у нас на конференции постоянно полный зал. Направление набирает обороты. Мы проводим вот такие встречи. Это всем нравится. Мы обучаем людей. Всем привет, друзья! Продолжается наше турне по городам и странам. И мы в 2018 году первую встречу проводим в Бурятии. Наши ученики достигли больших высот, и ты можешь присоединиться в своей стране, в своем городе. У нас профессиональное обучение, мы знаем, как достигнуть больших высот. Сегодня ты можешь изменить свою жизнь вместе с нами. Мы ждем тебя в нашу команду. Кто мы? Чемпионы, чемпионы, оле, 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 оле. Итак, полные залы по 100, по 500, по 700, по 1000 человек. Мы собираем людей, потому что эта тема актуальна. И вот сейчас я буду рассказывать вам о 9 видах дохода в нашей компании. И еще я обещал вам сказать, как работает этот продукт, почему происходят такие чудеса, как раз перед доходами сейчас расскажу. То есть это продукт правильного питания. И вот человек говорит, у меня улучшилось зрение. То есть за счет чего может улучшиться зрение? Он говорит, у меня улучшился слух. За счет чего? Объясняю. Так как это продукт правильного питания, он наполняет клетку жизнью, клетка начинает правильно работать, органы начинают правильно работать, и то есть получается, организм сам себя омолаживает, поднимается иммунитет, и мышцы встают на место. То есть вот, например, у вас глаза, у кого зрение, например, плохое, это у вас мышцы ослабли, то есть у вас открутились вот эти кристаллики в другую сторону. А тут что начинается? Подтяжка. И у вас зрение ставится на место. И вот операции же делают таким же образом на зрение. То есть вы приходите, вам что назад? И вот этот продукт, он, понимаете, начинает ставить работу органов, мышц на место. То есть также память, почему? Все правильное питание. То есть вот от правильного питания у вас улучшение. По деньгам. У нас 9 видов дохода. Наша компания платит до 80% денег в продуктовом бизнесе. Почему так много? Потому что у нас нет посредников. У нас есть продукт, который принадлежит кому? Президенту. Да? То есть это наши технологии. У нас нет посредников. У нас есть своя фабрика. И продукт с фабрики приходит напрямую к нам домой, на почту. В связи с этим мы не покупаем продукт в обычных магазинах, нет грузчиков, товароведов, бухгалтеров. Нам не надо платить каждой стране налог, потому что продукт идет уже напрямую, и там компания платит налоги. То есть, следовательно, стоимость продукта становится более выгодна для нас. И так как нет у компании таких затрат, то до 80% она может от стоимости отдавать нам всей. И 20% ей достаточно, чтобы поддерживать все свое производство. В других компаниях, как вы знаете, открываются офисы, торговые центры, нанимаются охранники, грузчики, товароведы, платятся налоги в каждой стране, поэтому они не могут столько платить. Мы можем. 9 видов дохода у нас, конечно, крутых. У нас новичок получает в 15 раз больше в среднем, чем новички других компаний. Лидеры зарабатывают в среднем в 5 раз больше. И премию автобонус у нас легче выполнить в среднем в 20 раз. Сегодня более 500 учеников у нас получают деньги на автомобиль. Я управляю автомобилем BMW. Мне компания уже 11 месяцев подряд начисляет деньги. Я ни копейки не плачу из своего кармана, потому что компания мне присылает деньги, и я масло, бензин, масло меняю, фильтра, бензин, шины, колеса, все. Компания же присылает, этого хватает.
люди также покупают новые автомобили. Вот, например, у нас парень с завода здесь потрудился, получается, год, и парень завода у нас здесь заработал под 10 миллионов за год. Он побывал 5 раз за границей. Так, раз, два, три, четыре. Ну, то есть 4 раза за границей за год он побывал, плюс еще, ну, Россию тоже, если считать поездку, то 5. Ну, то есть 5 разных таких, ну, поездок, где он отдыхал с семьей, либо один, да? И вот так вот парень изменил свою жизнь, инженер завода. Сейчас счастлива его семья. За год заработал около 10 миллионов. Купил по жене телефон и себе за 200 тысяч два телефона, то есть по 100 тысяч каждый телефон. Это iPhone X10. И купил себе новый автомобиль BMW 5 серия за 4,5 миллиона 2018 года. Только черный, не белый. В феврале придет автомобиль, и мы снимем ролик, как мы в BMW-центре забираем автомобиль за наличку, не в кредит. Круто? За 4,5 миллиона. Вот парень у нас, благодаря вот этому бизнес-плану, это себе позволил. Вот здесь у нас находится 7 бриллиантов Улан-Удэ, один бриллиант Красноярска и один бриллиант Ангарска. Вот эта вот женщина, Долгорма, вот она, красный у нее низ и верх серый. Она женщина с деревни. Она всю жизнь мечтала жить в городе. И она купила квартиру в Улан-Удэ, здесь проработав, ну скажем так, наверное, месяцев примерно. Март она пришла на первый тренинг. Да, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. То есть вот она за 10 месяцев, чуть меньше может, купила новую квартиру, не в кредит, за наличку. Здорово? Конечно, здорово. И у нас покупают люди машины, квартиры, гасят кредиты. Потому что 80% денег в сеть это очень что? Это очень много. Если, к примеру, есть хорошие компании, Amway, Oriflame, LR, они платят 30%, то мы платим 80%. Чувствуете разницу? Поэтому у нас люди за один и тот же товарооборот получают больше денег и у них больше возможностей. Бизнес-план у нас, значит, такой. У нас человек получает 50% за приглашение первого человека, который сделал покупку. Вот ты позвал 100 человек, они первую покупку сделали, ты получил 50%. То есть они купили продукт на $25, ты получил 12,5. Они купили продукт на $50, ты получил $25. И так далее. То есть первый вид дохода от $12,5 до $225. Второй вид дохода – построение структуры. То есть вы позвали человека лево, право, лево, право. У вас выстроилась сеть. Они выстроили сеть. То есть за год вы можете пригласить структуры от 500 человек до 10 тысяч. И люди будут делать покупки. Каждый продукт равен определенному баллу. Ну, примерно так. $50 заплатил, это 50 баллов. Ну, то есть, чтобы вам было понятно. То есть, и вот у вас через полгода, год-два, 500 человек, 10 тысяч человек делают что? Покупки в структуре. А это интернет-проект. Вы можете приглашать много людей, делать заметки в Ютубе, как это я делаю. Можете делать ВКонтакте, можете делать, видите, в Инстаграме. Люди будут делать что? Заказ продукта, вы будете получать проценты. Вы будете с людьми встречаться в кафе, дома, кто-то в гараже, кто-то в горах. В общем, будете рассказывать об этом, показывать фото, видео людей. И 10% в среднем вы будете получать за всю структуру, за наименьшую. Например, у вас будет 1000 человек слева и 5000 человек справа. И вот за 1000 слева человек, который купит продукт, вы будете получать 10% в среднем. 20% вы будете получать дополнительно за обучение. Что это значит?
Это значит, что вот вы обучили 10-100 человек. Они стали зарабатывать в совокупности 100 тысяч долларов. Вам плюс 20%, то есть не от их дохода. Их деньги остаются у них. А компания плюсом вам дает бонус наставника 20% за первую линию. Это 20 тысяч долларов дополнительно. Также за вторую, третью, четвертую линию бонус наставника по 10%. Это, допустим, по 10 тысяч долларов. То есть примерно через 15-30 месяцев, если мы посмотрим доход за структуру, за первую линию, за вторую, третью, четвертую, ваш доход примерно будет через 15-30 месяцев в районе 5 миллионов рублей, 80 тысяч долларов, либо 25 миллионов тенге. Но это плотного труда. Вы будете жить этим, вы будете посещать презентации, тренинги, вы будете выполнять рекомендации. То есть вы не будете отдыхать по месяцу, смотреть телевизор. То есть 5 миллионов в месяц будете получать. Через 15-30 месяцев труда. Если будете плохо трудиться, то 1100. Но я вот так подумал, зачем мне 100 тысяч через 15-30 месяцев в месяц, делая этот бизнес, если можно получать 5 миллионов. Поэтому лучше 5 миллионов, чем 100 тысяч. Но хотя есть кому и 100 тысяч достаточно. 2% будете получать как бриллиант от товарооборота всех стран. И премия автобонус ежемесячно за 20 человек в магазине вы получаете от товарооборота 110 тысяч рублей, 30 тысяч рублей подарок. И вот тут у всех лидеров разных компаний шок. То есть они, например, делают товарооборот 1 миллион и со всеми видами дохода получают 30 тысяч. Где-то 40. А у нас 110 тысяч делаешь и получаешь 30 тысяч. Это только один вид дохода. Понимаете? И поэтому нормальные, адекватные лидеры понимают, зачем в поле впахивать 100 раз, если можно один раз впахивать и получать столько же. То есть люди сейчас уже не дураки, люди уже начинают понимать цену своего времени, цену своего труда. И вот у нас ты пришел в магазин, покупаешь продукт питания на 5500 рублей, на $90 на семью. Позвал 4 семьи, которые тоже на 5500 рублей ежемесячно покупают продукты питания. И те по 4. И вот 20 человек в магазине, которые вот так покупают в такой структуре, дают тебе бонус 500 баксов. От $1800 $500. Вот я вам коротко рассказал про бизнес-план. Доходы наших людей впечатляют. Потому что люди, которые хорошо трудятся, получают вот такие вот хорошие доходы. Всем привет! Знакомьтесь, лидеры команды «Успех вместе». Доход каждого из них составил всего за несколько месяцев. 10 тысяч долларов, 600 тысяч рублей. Более 8,5 тысяч долларов, более 500 тысяч рублей. Более 20 тысяч долларов, это 1 200 000 рублей. Более 35 тысяч долларов, это более 2 миллионов рублей. Более 5 тысяч долларов, более 300 тысяч рублей. Более 9 тысяч долларов, более 500 тысяч рублей. Более 8,5 тысяч долларов, это больше 500 тысяч рублей. Более 50 тысяч долларов, это более 3 миллионов рублей. Мой доход составил несколько сот тысяч долларов, это несколько десятков миллионов рублей. Присоединяйтесь к команде «Успех вместе!» Вот здесь на снимке половина пенсионеров. Один бывший военный, другой инженер, другая учительница, учитель математики, другая врач. Все обычные люди. Заработали от 300 тысяч до несколько десятков миллионов рублей. То есть вот в чем преимущество, друзья, нашего бизнес-плана и нашей команды. У нас лучшая система обучения. И вот эта система обучения... Вчера у нас был классный тренинг. Вот у нас есть классный тренинг в записи вот здесь. Все эти тренинги дают что? Людям более лучшие возможности. По доходу. Ну вот смотрите.
За короткий срок люди заработали более 3,5 тысячи долларов, Оксана получила. Марина подработала более 1000 долларов. На Сагма более 300 баксов. Галина более 5 тысяч долларов. Ирина более 3 тысячи баксов. Татьяна более 2 тысячи баксов. Медицинская сестра, вы знаете, сколько получает? И тут подработать вот так вот, вот буквально за 3 месяца, это для нее что? Это колоссальные деньги. Галсан за 2 дня 255 долларов. Семейная пара за неделю 225 долларов. Более 500 тысяч Константинова Светлана, врач. Мама троих детей. 1000 долларов в течение месяца. Нормально же? Ну, Александр, он, Телицын, разнорабочий, скажем так. 1500 баксов за неделю. Пенсионер, 62 года, 5 тысяч баксов подработал. Бывший военный, вот, более 3 миллиона уже. 5 уже говорит. Не, более 3 миллиона. Саилма, медицинская сестра, 23 года стажа. Подработала 200 тысяч, круто? Аюна, 500 баксов с мужем. Это вот мама к нам пришла, воспитатель в садике. Стала здесь трудиться, заработала более... Она 1 200 000 уже. И уволилась с работы. Мама двух детей, уже бывший воспитатель. Шофером, бывший шофер, пенсионер, бывший шофер, Виктор Новоселов. Более ляма здесь поднял. В каком плане поднял? Трудился, заработал. Надежда Жанаева, более 500 тысяч. Долгарма, более 2 миллиона. Долгарма к нам пришла, она получала 500 рублей за день на обычной работе. То есть за месяц она получала, если 30 дней работала, 15 тысяч. Если работала 20 дней, она получала 10 тысяч. Через месяц она уволилась, когда здесь заработала больше. Но сейчас вы видите ее доход. Ирина, под 1000 баксов. Светлана, 200 тысяч. Татьяна Филиппова, домохозяйка, более 3,5 тысячи долларов. Светлана, домохозяйка, более 3 тысячи долларов. Пенсионер, более 2 тысячи долларов, Мария. Бывший военный, за первый месяц 1 500 долларов, сейчас более 15 тысяч баксов. Людмила, 64 года, пенсионер, более 2,5 тысячи долларов. Надежда Дручинина, мама двоих детей, уволилась с работы, раньше была сотрудником МВД, более 1 000 000 рублей. Айлита, мама троих детей, заработала под 2,5 ляма. Или даже под 3 уже ляма. Жалгарма, в прошлом директор, за первый месяц в этой компании заработала более 1000 долларов. Это более 60 тысяч рублей. А она пришла к нам вообще платиной компании Amway. Так вот, она в Amway через 2 года начала получать 50 тысяч рублей. Здесь за первый месяц она заработала больше, чем там за 2 года труда за месяц. Понимаете? Там 2 года трудилась, 50 тысяч стала получать через 2 года. Здесь она что? За первый месяц заработала больше. Это я про сравнение бизнес-планов разных компаний. У нас в любом случае люди больше получают. Монар пришел сюда автокрановщиком. То есть не бизнесмен, не сетевик, без опыта. А Алия цветы продавала, флорист. Сегодня оба уволились с работы, заработали более 3 миллиона рублей. Он теперь в мазуте домой не приходит, от него не воняет. Он теперь пахнет хорошим дорогим одеколоном, постройнел. В общем, теперь он настоящий мужчина, потому что он может обеспечивать семью не мелкими доходами, а крупными доходами. Ну и жена, как вы видите, тоже похорошела, потому что первая их фотография, когда они пришли, была, конечно, не очень радужная. Понимаете? Потому что прийти автокрановщиком и прийти продавцом цветов. Они были уставшие, они были не так солидно, не так солидно выглядели. Монар был слишком полный.
Кепочки. Да, сегодня они, конечно, видите, как выглядят достойно. Просто невероятно. Айгуль, если ты меня слышишь, скинь фотографию мне, вашу первую, где вы в офисе сфотографировались. Скинь, я покажу просто разницу, чтобы вы понимали, что это не шуточки. Понимаете? Вот вы просто сейчас сравните. Мне сейчас Айгуль пришлет фотографию, где они год назад первый раз сфотографировались. Когда еще деньги не стали зарабатывать, и когда еще продукт только вот заказали. И вы просто, ну, сравните разницу, колоссальная разница. То есть, конечно, это круто, когда вы вот так меняетесь. Сейчас я дам вам домашнее задание. Кто первый раз пришел, вам нужно сделать регистрацию в компанию на в подарок, связаться с человеком, кто вас пригласил в офисе, либо в интернете, скиньте модераторы, как сделать регистрацию в компанию и как сделать заказ. Вот здесь есть кнопка менеджер. Нажмите кнопку менеджер вот здесь слева, менеджер нажимаем. Открывается вот такая вот страничка. Здесь будет имя и фамилия человека, кто вас пригласил. Вы свяжетесь с ним по телефону, по скайпу, по почте. Этот человек вам будет помогать. Дальше. Важно в компанию, значит, что? Важно, друзья, зарегистрироваться в компанию, занять позицию и сделать заказ продукта. Почему это важно? Потому что, когда вы зарегистрируетесь, вы займете позицию. Вот здесь у вас регистрация в подарок. Нажали «Начать бизнес» кнопку, либо обратились к человеку, кто вас пригласил, чтобы он дал ссылку. Нажали «Начать бизнес», открылась вот такая страничка. Здесь вводите имя, здесь вводите электронная почта, жмете кнопочку. Дальше что происходит? Вы вот здесь нажимаете, что? Еще раз кнопочку. Выбираете свою страну. Айгуль Газезова, отправь фотографию, где вы год назад все вместе. Манар, Жанат, ты, Алия. Покажу разницу. И что получается? Получается, вы выбираете страну, если вашей страны нет. Вы выбираете что? Ту страну, которая рядом, нажали кнопочку. Потом что получается? Здесь пишите логин, Петров, допустим. Дальше. Пароль цифрами, повторение пароля. First name – имя. Last name – фамилия по-английски. City – город. Zip-код, почтовый индекс, это номер почтового отделения, State Province, сокращенно ваша область, Иркутская область, ИРК. Все нужно заполнять строго на английском. Единственное поле, которое заполняется, так, e-mail, электронная почта, фон, номер телефона, company не надо, вы не компания. И единственное поле, которое заполняется, друзья, вот здесь, для Англии и Европы на английском стрит – это улица, дом, квартира. А для СНГ, для России, для СНГ строго на латыни. Латынь – это вот такой язык. То есть, что это означает? Это означает, что в данном случае, вы строго должны указать улица Ленина, дом 1, квартира 7 по латыни. Потом нажимаете кнопочку зеленую, галочку еще раз зеленую. Попадаете вот в такой кабинет. Все, вы получили вот такой кабинет. У вас вот здесь будет ссылка предпоследняя. Это регистрация в подарок людей бесплатная других. Потом, что получится? Вы заняли позицию. Красным быть невыгодно.
Зеленым быть выгодно. Я всегда зеленый. Почему? Потому что каждую среду происходит срез баллов. То есть, если ты красный, каждую среду ты теряешь деньги, баллы и ранги. Поэтому я знаю этот закон, и каждый месяц делаю заказ, и каждый месяц зеленый. То есть, вот смотрите, что получается. Получается, что в данном случае, друзья, вот здесь человек зелененький, заказал продукт. Ему идет продукт, он зелененький, ему идут накопления баллов. Один раз в месяц нужно заказывать любой продукт, тогда ты будешь активным. Вот если ты не делал заказ в январе, то тебе необходимо сделать заказ до конца 31 января. Потому что 31 января будет закрытие недели. И все баллы сгорят. Вот человек зелененький, заказал продукт, продукт ему идет. Вот люди делают заказы, и у него идут накопления. Эти накопления потом конвертируются в деньги и в ранги. То есть быть зеленым модно, красным невыгодно. Красный не получает ни денег, ни рангов, ни продуктов. Поэтому если вот здесь выше, смотрите, вот эти зеленые сделали заказ, а вот этот красненький не сделал, этот красненький все теряет. Поэтому нужно до среды сделать заказ, чтобы баллы были не потеряны. Теперь по фотографии. Вот это вот мана, видите, по центру. Видите, пузо, справа вот жена, Алия, тоже такая круглолицая. И вот они обычные люди. А теперь смотрите разницу сейчас. То есть у нее лицо, видите, стало какое? Более такое, как нежное, то есть женственное. Понимаете? То есть женщины, они должны быть какие? Чтоб мужчине хотелось ее. И вот у нее, видите, талия появилась. То есть бока ушли. То есть, естественно, мужик, монар, мужик, он стал мужчиной, потому что он стал молодеть, потому что жена его стала заряжать любовью, сексуальностью. Понимаете? И деньги пошли в дом. То есть, если женщина себя грамотно подает, то у мужика всегда деньги будут. То есть, она должна его на охоту мотивировать. А для этого она должна выглядеть как? Достойно. Вот я вам разницу показал. Вот она, Илья справа. Видите, вот монах. И вот так выглядят люди. Да? Теперь смотрите, Айгуль. Это люди, которые пьют продукт что? Год практически, да? Вот Айгуль была, смотрите, какая круглолицая, видите? Какой подбородок, видно? Видите? И вот теперь смотрите, для сравнения, то есть фотографии, которые, ну, вот, да, последние, то есть сразу видно, что она, то есть, качественно что? Изменилась, да? Опять же, что стройность, женственность, сексуальность. Сразу же в семье порядок, деньги что? Пошли куда? В семью, структура стала расти. Ну вот для сравнения с разными девушками по габаритам, чтобы было понятно. Да? Понимаете, да, о чем я говорю? То есть очень важно, понимаете, ну, следить за собой. То есть очень важно соответствовать. Поэтому вот так наши продукты, ну, реально что работают. Теперь, вот нужно всем, кто не делал заказ в январе, сделать заказ, чтобы продукт пошел. И моя рекомендация еще вам. Посмотреть, первое, вот эта презентация, ее давать людям. Вот этот тренинг, изучить всем, кому нужны деньги. Если деньги не нужны, вообще этот тренинг не смотри. Зачем он тебе?
В этом тренинге рассказывается, как заказать продукт более выгодно, как правильно действовать. Вот. Лекция для новичков по продукту. Вот это вот лекция для новеньких по продукту. А вот это лекция для партнеров. Все это изучите, посмотрите и начнете действовать. Дальше. Тренинг по общению изучите. Что такое психология? Изучите тренинг, как трудиться в соцсетях, как правильно позиционировать бизнес. И изучите вот эту папку. В этой папке слайды на английском, испанском, русском, буклеты. А также изучите, как настроить академию. Вам нужна академия? Академия. И важный тренинг, как выполнить карьеру и анализ с разными компаниями. Вот это все изучите, начнете выполнять, бедными никогда не будете в нашей команде. Начнете ходить на портал, начнете приглашать людей, начнете быть системными, дисциплинированными, начнете сюда приглашать много людей, они будут видеть результаты. Будут заказывать продукт, будут делать бизнес, вы будете получать проценты за помощь людям. Пока не начнете ходить в академию, пока не начнете сюда людей приглашать сотнями, никаких больших денег у вас не будет. Пока сами не станете системными, пока не поймете, что академия это кладезь знаний и это эффект третьего лица, бедность будет долго вас продолжать по жизни вести. То есть нужно изменить свою жизнь, начать ходить на все презентации в офисы на земле, приглашать людей на земле в офисы, в ДК и плюс в академию. Бизнес очень качественно у вас вырастет. Теперь смотрите, как заказать продукт более выгодно. Когда вы заходите вот сюда в кабинет, вот в этом тренинге, я в конце, еще раз говорю, вот в этом тренинге в конце, вот здесь вот, когда перемотаете потом, если кому-то сейчас будет непонятно, рассказываю о том, как продукт, вот этот тренинг, да, вообще, и там в конце еще рассказывается, вы перемотаете вот сюда, и там схема, если сейчас не поймете, в записи посмотрите. Вот. И тут все посмотрите, изучите, там вот графики есть, и я тут рассказываю, как это сделать. Сейчас я еще раз расскажу вам, как правильно заказать. Вы заходите в кабинет, нажимаете, и здесь у вас есть, смотрите, вот это вот 30 зеленых, 30 белых, 30 фиолетовых большой пакет. Вот это вот 60 белых, 60 фиолетовых большой пакет. И вот это 70 зеленых пакет. Лучше заказать вот сюда один нажать, большой. Сразу заказать вот сюда большой и сюда большой. Три больших заказа, они по $100 стоят. Вот лучше три добавить и одним заказом заказать. Вы экономите на доставке? Вам приходит продукта больше. На одного человека на 3 месяца приходит, на семью из 3 человек на месяц. Еще лучше сделать вот так. Мини-склады. Зарегистрировал себя, зарегистрировал влево себя, либо жену, вправо зарегистрировал себя, либо жену. Это не золотой треугольник для построения бизнеса. Это формирование мини-склада. Вот сюда заказываешь 3 больших смешанных. Тебе вот это главный номер, вот это первый номер, это второй. Тебе на главный номер, ты заказал сюда на $320, сюда на $320. Тебе вернется на главный номер $112.5 и сюда $112.5 вернется. Ты сразу заработаешь деньги. Дальше. На главный номер ты закажешь потом либо один большой пакет за $100, либо добавишь еще $100 и на заработанные деньги сюда закажешь либо 3 больших, либо один большой пакет. Главный номер, его нужно проплачивать каждый месяц. Все, кто заказ в январе не делал, нужно до 31 января заказать. Все, кто в январе сделал, вам нужно заказать с 1 февраля по 7 февраля. То есть, кто в январе сделал, заказывайте с 1 февраля по 7 февраля. Кто в январе не сделал, заказывайте в январе
сейчас и потом с 1 по 7 февраля вам пойдет продукт. Продукт идет долго, 20-45 дней без праздников и 30-60 с праздниками. Поэтому вам нужен в городе мини-склад. То есть, вот так вы заказываете, если надо продукта больше, потом сюда еще 3 больших смешанных и сюда 3 больших смешанных. Только заказ уже будет не по $320, а по $300. Второй заказ повторно идет по $300. Но уже не будет возвращаться по 112,5 баксов, но будет по 215 баллов возвращаться влево и вправо. То есть, видите, повторные заказы дают большие баллы. Если у вас будет 1000 баллов потом слева и 1000 баллов справа в неделю, вы серебро. 2500 баллов слева и 2500 баллов справа, вы золото. 5000 баллов слева и 5000 баллов справа вы будете кем? Платиной. И 7500 баллов слева и 7500 баллов справа вы будете бриллиантом. Какие условия для регистрации двух номеров под себя? Никаких. Регистрация влево и вправо, она также формируется. Вы зарегистрировались. Единственное, это должен быть человек, который будет получать продукт. Либо вы, либо отец, либо мама. То есть вы можете 3 номера зарегистрировать на одного человека, можете 3 номера зарегистрировать на семью. Но главное, чтобы эти люди получили продукт. И почта электронная должна быть везде разная, и банковские карты должны быть разные. То есть 3 банковских карты. Подходит виртуальная карта Яндекс, Киви, подходит Visa Classic MasterCard, в СНГ подходит Visa Electron, в России Visa Electron не подходит. Маэстро не подходит. То есть все эти вопросы вы можете задать корпоративному сотруднику, но лучше всего в первую очередь задавать вопрос своему менеджеру. То есть как сделать заказ, какие виртуальные карты, как тренинг вам это помогут, подскажут. Вот, то есть на 3 номера вам... Чтобы на 3 номера купить, вам нужно либо 3 банковских карты иметь, либо 3 виртуальных карты, либо вот электронные деньги купить. Но электронные деньги – это дефицит. Я вот, например, имею Яндекс, и я с Яндекса оплачиваю заказы. Каким образом? Вот здесь есть деньги, у Яндекса это как электронный кошелек. Я пополняю его через Сбербанк. Тут есть, смотрите, пополнение. И здесь есть электронная карта. Я создаю электронную карту. Вот. И у нее такой же номер электронный. Вот. Мои карты, вот видите, виртуальная. Настроить. Я ее настраиваю. Получаю, значит, определенный номер. На СМС мне приходит 3 цифры защитных. И приходит... получается месяц и получается и год. Как создать виртуальную карту Яндекс? Их можно пополнять со Сбербанка, либо другие варианты. Вот посмотрели ролик, например. Создали себе 3. И Яндекс можно как делать? Одну создали, оплатили, закрыли. Потом одну опять создали, оплатили. 2 карты можно делать в сутки. Если вы сделаете несколько почт, пройдете верификацию, на каждую почту можно 2 карты. Вот у вас, например, будет 3 Яндекс кошелька. Это будет 6 карт в сутки, которых можно создать. То есть оплатили, закрыли. Это когда внутренних денег не хватает. Сейчас внутренних денег не хватает, нужно пользоваться таким методом. С вами, друзья, была команда «Успех вместе», ваш друг Андрей Шаура. А на этой неделе для вас будет выступать в прямом эфире специальный гость Николай Турышев, бывший военный. Пришел сюда работником по найму, торговый представитель. Заработал меньше, чем за год, более 3 миллиона рублей. Сегодня уволился с работы, передал свое рабочее место члену семьи. Дальше что? Без опыта в сетевом, без опыта в интернете, с нуля.
он будет выступать на этой неделе. Приглашайте много людей. Также на этой неделе будет специальный гость, мега-человек, мама двоих детей, работала в ЛВД, уволилась. Сегодня зарабатывает деньги через интернет. Раньше она была простой, значит, скажем так, ну не деревенской девчонкой, но обычной с поселка женщиной, ну молодой. Сегодня она бизнес-леди, красивая, сексуальная, стройная, и еще профессионал, и деньги зарабатывает. И вот она также расскажет вам, как это происходит. Завтра презентация у нас 19.30, пятница, суббота 19.30, воскресенье будет мега-тренинг и презентация в 17.00 Москвы. Все, приглашайте людей, люди расскажут, наши спикеры, свои истории, и ваш бизнес качественно вырастет, потому что они увидят простых людей. С вами была команда «Успех вместе», ваш друг Андрей Шауров.